Открытие турнира прошло в лучших традициях. Приветственные слова от организаторов, которыми выступают Брестская таможня и Управление спорта и туризма Брестского облсполкома, и награждение первых победителей соревнования. На соревнованиях уже регулярно выступает национальная команда, причем в первом составе. Результаты показываются очень высокие, уровня чемпионатов мира группы А. Поэтому, и, конечно же, привлекает и более слабых участников, чтобы за ними тянуться, равняться. Ну, интересная борьба. Вот в этом плане мы растем. Во время церемонии открытия специальные подарки вручены Людмиле Панковой и ее тренеру Александру Самодаеву. В 2017 году на первенстве мира среди молодежи и европейском чемпионате спортивный тандем из Бреста дважды становился бронзовым. Нынешние соревнования для спортсменки – возможность выступить дома и порадовать брестскую публику. Давно уже не выступала дома, потому что нет соревнований, которые проводятся в Бресте. То есть все старты – это областные соревнования, на которые уже как бы по возрасту не подхожу. Вот. И даже интересно, потому что раньше тоже выступала здесь, и много-много было сильных соперниц, которых вообще мне было до них далеко, и сейчас даже просто приятно и интересно выступить дома. Турнир в Бресте – своего рода закрытие сезона. Опытные спортсмены подводят итоги спортивного и тренировочного периода. Молодежь изучает потенциал соперников из других стран, нарабатывает соревновательную практику. Очень было волнительно, потому что ты тренировался, а вдруг какие-то ошибки получаются, но все равно как-то получается хорошо. В конце тренер поддерживает, все нормально. Всегда есть волнение, абсолютно всегда, но надо взять себя в руки с чувством, не знаю даже, как это описать. Это такое чувство и странное, и приятное. Но когда уже выходишь первый раз на помост, первую попытку делаешь, уже как-то спокойнее, уже увереннее себя чувствуешь, уже как всегда все. То есть потом уже вливаешься в работу, в темп, и все хорошо уже. Брестский турнир, несмотря на годичное отстранение белорусской сборной от международных соревнований, хорошая возможность для наших спортсменов заявить о себе в начале нового олимпийского цикла, а для спортсменов из других стран показать свое мастерство. Эти страны привозят не национальные команды, они привозят какие-то региональные, областные какие-то команды. То есть это Луцк к нам приехал ближайшее, Молдова из Кишинева тоже. Наши давние друзья. То есть они не составят, скорее всего, конкуренции. Поучаствуют, наберутся опыта, посмотрят наш город. Команда готовится, команда настроена на Олимпийские игры предыдущие 2020 года. И представители Брещины, я уверен, что там будут. Это та же Панкова, тот же Осайонок и тот же Мжачик. Это люди, потенциальные кандидаты на будущие Олимпийские игры. Ирина Альшова, Андрей Щербан, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.